Так а давай скинем в чат, чтобы все подрубили, и просто все с софтом на серваке будут бегать. And? Так, показываю, как надо убивать. Где? Шорт. Нет! Да мы реально, мы весь сервер заставили включить читы. Всем ураган, с вами привет, и сегодня мы вместе с Олегом хотим вам показать очень угарную тему, ведь мы включили опять после всех фиксов грёбаные читы в ММе. И ладно, если мы просто включили, мы заставили весь сервер включить их. Так что не забывайте досматривать ролик до конца, вас задерживать не буду. Погнали. Да, ни хрена! Долберитасы покупать сразу и вниз, верю. Смотри, вот так я вот, и пойдем. Знаете, подожди, стоп, давай сейчас попробуем, пошли, знаешь, куда, пошли, куда? Пойдем на мид. Пошли в мид, да, мид. Не, надо вот тут у дверей стоять, понял? Да, вот да, тут, давай, вот у дверей, давай у дверей стоять, вот тут. Так, один суицид есть. Да. Подожди, а ну, да, я выйду. А, кстати, если к стенке подойти, ни хрена к стенке, прям вплотную подойди. Да, Не, смотри, жопой, встань к стенке. Ай! Я в смоке стою и смотрю, где типы. Просто идет что-то маленький мальчик. Где, говорите, тип, говорите. Один шорт, один суицид. Ах ты. Ай, нижняя тёмка. О, да! Ни хрена себе! Вон бежит собака. А ну-ка я ему сейчас в лоб дам. Охренеть! У меня правда лагает, я не знаю. Да. Это что такое? Гранат, один на гусе. Да, а ну я сейчас выйду с префайра просто жесткого. Единственное, я не особо понимаю, потому что слишком много. Я сгорел, нормально. Ах, собака! Возьми муху, да, пойдем в мид просто. Погнали просто на свадьбу. А ну прыгните в мид. Давай. Да, там прыгнули кто-то. Так, вот есть. Найс! Годи, стоп. Они уходят. Да, идут да, на да. Шорт. Идут на шорт. Сейчас. Не, на лонг пошли, да? Нет, один нажит мид. Один шорт выйдет. Стой, наживай. Еще мид идет. Найс! На нуле стоит, Да. Подожди, вот сейчас. Как он, Как он живет? Стоп, один на суициде, правильно понимаю? О, взорвал! Погнали за ним. Пойдем. Сейчас мы ему смок накинем и через смок убьем. Давай. Пошли. Подожди. Ай! Я хотел нотзумом его поймать. Вот, смотри, стоит. Давай. Хорош! Это жесть какая-то! Команды у нас читерные, но такие же кейсы вы можете найти на MyCSGO. Огромное количество кейсов, и, конечно же, там есть режимы, такие как апгрейд, контракт, сражение. И ладно, если бы они просто были, вы можете проверить каждое открытие, либо какое-либо сражение на честность. Ведь сайт максимально прозрачный. А еще на сайте очень часто добавляют операции либо события, в которых вы за определенное действие будете получать либо скины, либо бесплатные кейсики. Еще скинов вы можете получить в ежедневных розыгрышах, в которых есть, ну, одно-два задания, которые очень просто выполняются, и вы становитесь участником розыгрыша. Если разговор пошел о халяве, я даю вам промокод ураган, который в свою очередь добавляет вам 40% к сумме пополнения. И чтобы ты точно не запутался, все полезные ссылки будут в закрепленном комментарии. Ты там типа уже пишешь, да, про читы, ты понял? Давай, я знаю, на что надо накопить. На плетку. Купим на плетку. Давай. Просто, и все. Он стоит внизу, они в нижнюю пошли. Они все в нижнюю пошли. Так, под Б есть? А, нет, не бегут. Next иду. Убил? А где мостовый? А я не понимаю. Пока не понятно. Смотри, Skyline пишет уже, что делать надо. Давай им скинем программу. Да. Я говорю, видишь, это. Подожди, а мне интересно простреливаться вот так вот. Не простреливаюсь. Не, я в шоке, реально. Я просто в шоке, как это Valve допускает. Я просто не понимаю, как Valve реально это допускает. Но такого не должно быть, даже в бетке. Не должно. Так а давай скинем в чат, чтобы все подрубили, и просто все с софтом на серваке будут бегать. And? Так чё ты плетку не купил? Не, нормально, я пока с калашиком, пока не убил с калашом поиграю. На, собака! Блин, какие жесткие мы даем киллы, я в шоке. А ну смотри, сейчас я яму убью. Да маленький пиксель торчит там. Как попасть? Вон он бегает, вон он, собака. Я прям на нем прицел держу. Да, вижу. А этого не было. Он перезашел, потому что. В натуре. Вот он, собака. А вот теперь видно. Я этого, кстати, не вижу. Ну как, я реально его не видел.
Убивай его, убивай, убивай. Ты его не видишь? Давай, нет. Левее, левее возьми, левее. Левее возьми, еще прям. Я, давай, ты его не видишь, походу. Не, вот, я вижу, 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 вижу. Ну, вот, вот сейчас выйдет, подожди. Сейчас выйдет, вот сейчас он стоит, давай, да? Да, 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 да. Давай, давай, давай. Хорош! Лас на вангу. Нет, это дичь, это просто полная дичь. Я не знаю, это такого не должно быть. Не должно быть в обычной, привычной CS2. Блин, я не знаю, я хочу вида третьего лица включить. Вот мне прям прикалывается это. А смысла уже нет от этого. Так, я понимаю, но все равно. Другие стена. Нижние пуши. Слушай, а я сейчас вообще никого не вижу. Я вижу только в нижние все одного. А я всех вижу. Не-не-не-не-не. Вот я вижу не в нижние одного. Ты пытается в меня стрелять через стенку, тоже включил! А я, кстати, нижнюю не видел. Я третьего лица убил одного. Он меня сейчас реально тип нашил, прикинь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Я их не вижу. А, нет, Сити бежит. Давай, Олег. Еще. Слева, слева, слева. Я третьего лица убил его. Где еще, говори, говори. Слева от тебя в дверях на Х запрыгнул. На Иксе. Тебя смотрит. А он прям знает, да? Да, он прям знает. Да-да-да, он прям... Ну я третьего лица, понял? Вон, вон, слева! Я вижу, 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 вижу. Видел. Подожди, подожди, подожди. Говори мне про правую информацию. Ну я третьего лица играл, я их не видел. Да, бери муху, пойдем мид. Во, вот теперь вроде вижу всех. Вроде теперь вижу всех. Это, клянусь, это очень угарная штука. Один на длину пошел, хорош! А чё ты, чё ты? Еще на миду. Еще боится выйти, сука. Подожди. Шорт пушит, не? Не-не-не, погоди. А, я да, шорт. Шорт запушил, не? Такой вижу. Так, один у нас в боксе сзади. Давай. А ну я не вижу. Я не вижу. Тоже не вижу. Я вижу один на длине, один на длине, длинный, длинный. А, вон он ушел. Давай длину убьем, давай длину убьем. Один он Титаник ушел к нам. Давай. Вот один слева. Хорош, и второго. Второй. Давай. Вон он. О, собака тоже подрубил, гаденыш. Ну это угар, это угар, это угар. Че, так же идем на мид, так же идем перестреливаться с вами. Подожди, вот я не вижу на миду. На длине. А, вот увидел. Ах ты собака. Они пушат. А ну ща я ему покажу, где Васьки зимуют. Попал. Он знает про меня. Да! Он тоже включил! Он тоже включил! Да, там типы тоже с подрубом. Шорт стоит, гадость. Найс! Так, показываю, как надо убивать. Где? Шорт. Забивай! Какой дичь ему страдаем, просто. Чем мы занимаемся с тобой? Это лучшая клянусская эска. Куа, ну. На, пожопи. Найс! Какие мы, все тобой, на вангу. Какие мы с тобой засранцы, просто насрать, я не знаю. Насрать вообще, зато весело как. Я ничего не вижу, где я вообще? О, я вот этого гада не видел. Как? Ха-ха-ха! О, он его скопом убил. Хорош! И вот этого давай. Тихо. Как не убивается-то он, а? Так, у меня перезарядочка, погоди. Лучший. Шорт у вас. Вижу, я бомбу ставлю, прикрывай. Прикрывай. Ему молик дал. Опа, жопку. И куда еще пойдет? Молик. А он там будет стоять? Не знаю, наверное. Давай я перезаряжу пока. А ну я пойду сейчас на шар, просто давай, близко стой, вот сюда. Стой. Я, короче, я сейчас кину смок кину. Давай. Где? Ах, собака, ну я ему дал 50 хп. Ой, блин! Мы весь сервер заставили включить читы. Да он видел нас, он сразу начал стрелять по мне. Олег, 5000 есть у каждого. А, 5000. Это означает, давай, ладно, время для плетки, давай. Это так звучит, время для плетки. И на мид прыгаем, и на мид просто прыгаем вниз. Давай, пойдем. Просто вниз, нет, стоп. Своего убил? Не бегут. Вот сейчас бежит тварь. Разве у меня не... Вот он стоит. Не, подожди, стой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Какие мы твари. Что ты делаешь? На шарту стоит гадость? Не вижу. Где ты видишь его? О! Бом, реально смог! Кто ты? Я по-своему чуть попал. А ну подожди. Отойдите! Да отойди ты! Чё ты задерживаешь папу с читами? Какой дичь ему занимаюсь? Обновляй иногда вот эту штуку. Да. Вот кто-то на меня. Я его не видел, он у меня не отображался. Так обнови, если они не отображаются, надо обновлять. Обнови уже, не работает. Там каждую секунду обновляй. На миду был?
А я не помню, не знаю точно где. Вроде да. Ай, в сайте сидит. На миду где-то, да? Убил? Где так, еще? А востовый лонг. Найс. Смотри, уже никто мид не бежит. Так они на мид, конечно, не пойдут. Ты что, прикалываешься, да? Боятся, девочки. Так они никуда... Ой, граната по тебе полетела, извиняюсь. Нормально, нормально. В сайте не... Как? Я вот этого, кстати, не видел. Я его не видел! Надо его обновить, где, реально. Где. А один в сайте стоит. Давай, выйди, давай. О, откуда? С мида вообще. Я его не видел. Тип написывает 20 на 9, игра жизни. Подожди, это тип стоит или мне кажется? О, кажется. А, тип тоже считаем, играет. Да, 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 они все включили. Он раньше меня начал, он раньше меня начал стрелять. Меня тип берет, нас же убивает. А че он не идет? Боится тебя. Что он знает. Смотри, 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 смотри. Он знает, он тоже играет. Он тоже играет. Так вот, смотри, пытается, шьет.